В организации игр приняли участие 9 спортивных федераций. Как сообщили в администрации Сочи, общее взаимодействие оказалось очень эффективным. Что касается принимающей стороны, то здесь, конечно, помог опыт и Олимпиады, и множество других уже проведенных крупных спортивных мероприятий. Город живет сегодня достаточно насыщенно. Мы получаем не только развитие зимних видов спорта, но и, наконец-таки, мы имеем уже и развитие летних видов спорта, в частности, пляжных видов спорта. Для нас это очень важно, и не исключено, что этот старт и толчок к тому, что в городе Сочи пройдут пляжные международные игры, именно мировые игры пляжные. Что касается международных пляжных игр, это пока проект, а вот следующие всероссийские игры точно пройдут в Сочи в следующем году. Не исключено, что дисциплин станет больше, и принятие такого решения можно также отнести к итогам первых пляжных игр. Оставят они после себя и еще кое-что. Мы оставляем после себя определенное наследие. Это эти площадки, которые мы построили. Мы уедем, а площадки останутся, люди будут приходить. Мы оставляем спортивное оборудование от ассоциации. Люди будут приходить, заниматься. Мы договорились, что, возможно, здесь будут детские и юношеские спортивные школы заниматься. Точные даты проведения вторых всероссийских пляжных игр еще неизвестны, но уже понятно, что это будет примерно в начале сентября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.